что это за день сегодня? А что это единорожка спит? Спит? Это он доволен, улыбается. Да, тут какая-то цифра или это... А вот смотри, еще одна единорожка. Посмотри, какая красивая. О, с улицы прибежали. Да. Играются. Ну что, у тебя сегодня день рождения? Угу. Ну давай я поснимаю. А сколько тебе лет, скажи? 9. А стишок ты выучила? Какой? Какой-нибудь. Мама моя лучшая на свете, да? Давай стишок. Жили-были и все умерли. У папы есть один стишок на все улицы. Кирюлик, с праздником тебя, 9-летие. Да, или это подергаю за уши. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Давай сначала подарим мелкие подарки, а потом большой основной. Давай. Ну давай. Кирочка, вот там пакет. А ну доставай. Доставай основной. Его. Оль, не убегай. Блестяще. А, Оля тоже за подарком? Садись, вот тут садись. Ну доставай. Это Оле. Оль, тебе подарок тоже. Оля, тебе... Что потом? Доставай, смотри. Так, давай. Это костюмчик. Так, что еще? Тоже костюмчик для спорта. Что еще, Кирюша? Мороженое. Квиш? А еще что? Кира хотела калейдоскоп. Хотела? А ну вытаскивай. Вытаскивай. Не с той стороны. Правильно, да, смотри? На окно смотри. Крутишь? Что-то меняется? Классно, ну дай папа посмотрит. О, папа в этом матрице. А сквиш понравился? А что с ним делать? Что это такое? Это заказ Киры, я не знаю, что с ним делать. Просто его крутить и так любоваться. Не, со сквишем что делать? Со сквишем. Нервы. Это как антистресс, когда нервы. Антистресс? Ага. Ну доставай. Ну посмотри одежду еще. Да, распакуй это одежду. Посмотри одежду. Заказ Кирин. Олечка, ты тоже хочешь что-то подарить? Да. А это что это... у нас? Похоже, костюм. Костюм тебе. Вот так вот. Оденешь потом. И так. Там еще костюмчик тебе тоже. Оля, что ты там дарить хотела? Это для физкультуры. Ну да, и так на улицу бегать. В город поедешь. Оля, Кира, смотри, я тебе вот Оля нарисовала сердечки. А поцеловать? Скажи, с днем рождения, целую, поздравляю. Так, это все хорошо. Иди вот сюда, вставай. Оля, это тебе, чтоб обидно не было. Кира, посмотри. Лови фашист гранату. Так, не ломайте. А теперь главный подарок. Та-да! Иди ближе, Кирочка, а что ты так далеко? Я не заметила это. Ты не заметила? Смотри, что это? Самокат. Самокат Кира хотела. А то это выросли из одного самоката того мелкого по дому гонять. Это одна мечта исполнилась. На улице, иди сюда с папой. А там кто-то шуршит. Маша, иди посмотри, кто-то пришел. Ну, поснимаешь. Класс! Ну что, исполнили тебе мечту? Ты хотела? Так, достаем. Доставай, папа. Пускай уже едут. Ух, ё. И Никольке интересно, что же там такое? Что там? Распаковка. Необычная распаковка. О, какая ого, штука. Папа, собирай. Ой, какой нарядный, красивый. Марк как раз приехал. О, привет, Марк. Так. Ты Киру обнимешь? Поздравишь? Поздравь Киру с днем рождения. Так. Ты сам или с дедушкой? С дедушкой, конечно. Смотри, какая красота. Ого. Сейчас мы его будем распаковывать. Николь, боже мой, да я вот помещусь, Маша и все. Так этот самокат рассчитан до 100 килограмм. О, Кира, будешь со мной на спорт ездить? Он такой большой. А что, он с проводами? Он что, электро? Он ставит тормоз, ручной тормоз. А, я думала, электро. Видишь, тут вот дисковые тормоза, тут все серьезно. Ну, сейчас Кира потренируется пока тут у нас в огороде, потом поедем на площадку. Так, что-то тут Миша, что-то тут держит. Да, разбирайся, папа. Ну что, на паузу? Пока паузу, да? Поставь. Дедушка приехал. Кирочку поздравляю. С именинницей поздравляю.
Ой-ой-ой-ой-ой. Дякуємо. Це спитайте результати. Ну, сейчас. Пока папа собирает. Дедушка, расскажи, какое у нас еще радостное событие. Где Марк? А. Маркуша, убежал. Иди сюда. Пусть не переодевайся. Не переодевайся. Мы были на весняный передзвін конкурс музыкантов, учеников музичних шкіл. Були на конкурсі. И Марк отримав диплом за друге місце. Молодец, Марк. Иди сюда, убежал. По класу аккордеона. Умничка. Марк, ты теперь дипломированный музыкант. Восьмий шкільний конкурс виконавчого мистецтва учні підлітки на народних інструментів та духових і вдальних інструментів. Мистецька школа номер 3 міста Одеси. Молодець. Диплом за друге місце нагороджується учень елементарного підрівня Марк Цибульський. Браво! Маркуша, ты молодец. И дедушка тоже молодец. Видатні музиканти там оцінили. Марк виступав по класу аккордеона і класу баяна. Класно. На аккордеоні грав. Наша гордість. Їхав казах за Дунай, а на баяні грав минует, класику. Так, мам? Поздравляем, Маркуша, ты молодец. Ты наш герой. Вот так. Папа пока... Кирочка, ну покажись костюмчики. Подошел тебе костюм? Ох ты, красота. Ты такая весенняя, такая свеженькая. Супер, красоточка. Николь говорит, куда? Не уезжай. Все, отжала. Все, пока да. Николь, тебе Кира свой подарит, который... Едь ко мне сюда. Маша, папа, это возьми Никольку. Пускай Кира проедет. Марк, включи свет в коридоре. Марк, свет в коридоре включи. А ну, Кира, давай, покатайся. Это сильно большой или, да? Ну, давай назад. О, научилась тормозить, да? Давай, катайся, пока по дому привыкай. Все, Николь. Ну как, Кира, классный? Ну, папа не будет, папа больше 100 килограмм. А все остальные могут только руль чуть-чуть поднять, да, и... Марка, ну ты? Прокатайся. Николь, с дороги. Да. Да, как? Николь тебе, Николька. Вот, для мелких. Все, отжала. Это что-то ж новое, что-то же, понимаешь? Как это новое и не ей? Да, вместе с ней разворачивай. Назад, как это? Как машина разворачивается? Раз, два. О, все, Николь, все. Мое. Кира! О, Марк, молодец. Сейчас, подожди. Ох. Все, катайтесь. А. Хорошо, сейчас пофоткаемся. Так, Кира катается. Давай, Кира. Учись, тренируйся, давай. Поехали дальше. О, и туда поехали. Что, упала? Ну, аккуратней. Оля.
Коля догоняет на трехколесном. Разворачивайтесь. Ничего, ей привыкнуть надо. Здесь сильно не разгоняйся, старайся больше прокатиться, чтобы удержаться на двух колесах. Едь ровно, Кир. О, Марк, а ну покажи класс, Марк, давай. Не, ну нормально едет, ну чё ты. Давай, теперь с горочки давай. А кто за тобой бежит? И Николь за Марком бегает. Устала уже. Ага. Вот так бегает. Угу. Ничего, сейчас умотается спать. Хорошо будет. Это... Даша говорит, маленький кусочек шоколадки делает чудо с маленькими детьми, да? Ну, да, сколько это... энергии. Бешеный. Один раз откусила и бегает за самокатом. Вот так красиво тоже, мамочка. Так, это, вручаем подарки. Кирюндрик, получай, да где вы там спрятались, я вас не бачу. А что вы здесь, бабушка, давай? Где тебя? Держи. Дедушка с бабушкой, да? С днем рождения, счастья, здоровья, успех учебы, мира, добра, благополучия. Ура! Здорово, скажи спасибо. А поцеловай дедушку. Молодец, Кира. Поздравляю тебя. Здоровья, мира, благополучия, доценку. Чтобы ты росла здоровенькая, счастливая и радостная. Так, девочка. Спасибо за такие подарки от крестного Саши. Я передам. Ну, это я уже взяла, не знаю, всему это. Давай, показывай, она так ждала вас. Открывай. Боже, альбом такой, тут профессия. С магнитиками? Да. Это страна профессий, много профессий. Полистай, посмотри. Ты можешь и играться, и даже с Олечкой. Олечка быстренько это. Николечка это сейчас быстро разберет. Так. Так, я помню, что тут конфеток, шоколад. Дельцо такое делать сюрпризом. Держи. Кира, ты спасибо не говоришь совсем. На каждую говори спасибо, спасибо. Ну, потому что ты поделишься с братиками. Шоколадками. Да. Обними грудочку, бабушку. Все, надарили тебе. Вот, и колечки тебе еще. Это тоже для всех. Примерь, конечно. Кира, это тоже всем. Бабушка, вот ты клашешь? Да. Ай, вот он, тяжело. Ух ты, во пряников, да? Ты на сладкий стол оставил. Ну, мери крючки. Примери. Ну, туда бабушку на стол. О, там два? Вау! Потом уже их согнуть, да. Можно небольшие, да. Ты на разные пальчики, да. То можно будет как-то их сделать поменьше. Ой, вот. Ну-ну-ну. О, какая красота. Какова красота. Говорит, спасибо. Красиво, девочка, здоровенькая, счастливенькая. Все твои мечты исполнялись. Стесняется уже. Кира. Кира. Повернись нам лицо. Где ты? Ты довольна? Столько красоты тебе. Ура, завтра, говорит, мне будут дарить подарки на день рождения. Ждала это твое затрецать с сюрпризом. Ты будешь открывать час или потом?
Давай, когда торт, да? Он, наверное, сладкий яйца, да? Это съедобное яйцо? Да. Или игрушка яйца? Это же сладкое. Ну, еще букет у деда, Валера, сними. Под сладкое. Лера. Смотри, что там не согнуть, то попасть согнет. Ну да, там размеры, да? Смотри, Кира, это бус. Из заколочки, Кирочка. О, Маша себе косметику уже присмотрела. Детскую. Вау, по размеру, не будут падать. Кирюша, давай сейчас заколочки оденем. Николь, смотри, сколько тут всего интересного. Смотри. Дум. Куда побежал? Николь. Кира, сейчас увидит. Весна, да? Да, весна. Девочка весна. Покажи, покажи руки с кольцами, с браслетами. Она знает, что надо разбирать. Красота. Там мы читали тогда. Красота. Вот, Николь, Николюшка, это тебе, смотри. На. Тебе. На тебе подарок. Уйди, говори. Все. Уйди, бабушка. Все, Николь прячется. На, Николь. На, мама тебе дает. На. На, подарочек тебе. Бабушка тебе подарочек подарила. А что ты так расстроилась? Все, я пошла. Вчера ты разговаривала, песни пела, да? А сегодня уже. То, что по телефону было. Давай откроем. Давай откроем. Да. Будем рисовать. Открываем, посмотрим. Я сейчас смотрю на телефоне, она все выписывает. Это красава подружка. Смотри. Это такая же красота. Смотри, будешь рисовать. Оля, пошли, выключай. Она любит. Ну да, присаживайся. Что там? Это трафарет. Подожди, Николь, это оставляешь? Берешь ручку. У Маши в детстве такая была. Похоже. Смотри, и рисуешь. Это очень красиво получилось. Смотри, ты рисуешь. Видишь? Молодец, ты красиво рисуешь, видишь? А потом раз, это можно стереть. И никто не пачкается. Это супер подарок. А можно без трафарета рисовать вот тоже. Без трафарета, да. Угу. Идем за стол? Может, за стол идти? Ну да, давно уже. Зовите все. Пора-пора. Да. Ух ты. Идем. Что мы тут? Фуршетик скромненький. Нарезочки. Закусочки. Все. Горячий и Марк. Уже за столом с дедушкой. Так, что у нас? Живчик. Вино. Я сейчас буду делать коктейль. Зубровка с апельсиновым соком. Так, вино. А ты покажешь, что такое? Подожди, помощь всем все равно. Ну, это кто-то разливает, я другой кто-то живчик. Достань, я разрежу. А давай разрежу. Сейчас я еще накрываю, на секундочку. Давай, давай,
больше подарок. Положи. Хорошо. Даша, это. Есть. А со вкусом груша. Так, Даша, не перепутай с моим стаканом. Все одного цвета, Даша сказала. Все одного цвета. Маш. Что я сейчас запекала? Так, це типа слугуни. Ага. Там сыр. Ну что, налили всем вида? Блин, давайте я сниму как папу. Как папу? Ну сними меня как папу. На. Я уже вижу. Где красивая именинница? Папа, ты подойдешь? Давай я так с этой стороны вас. О, красота папина красота и мамина. Это она, уже родилась. Она в обед родилась. Она родилась, я помню, мы же были у тещи. Повидали. Да, повидали, потом поехали домой, и что-то это нас сразу... Нет, мы уже... Там уже тебя приспичило, мы домой заехали, что-то взяли. За вещами. Да. И поехали в областную больницу, в областной роддом. А тут по объездной, думал, сейчас как в пробки попадем, а Ира уже рожать, уже говорит. Уже схватки, да. Да, а там вечно пробки были. Но в тот день, когда мы ехали, пробок не было. И мы быстренько доехали, сразу ее раз и на кушетку туда, да. И мастер-класс показывали еще молодым студентам. А да? Это... Рожала, присидела. И Ира рожает это, говорит... И толпа студентов. Заходите, наши арабские друзья, студенты. Это самое интересное, что по договоренности рожали, еще трошки денег заплатили. Вообще, я, конечно, в шоке был потом, когда Ира рассказала. Надо было у него деньги потом забрать. Засранца у того, который привел на просмотр еще этих студентов арабских. Ну ладно, то такое. Главное, что мы родили. Слава Богу. Вот такую девочку родили. Красавицу. Девочку нашу. Позитивчика нашего. Нашего позитивчика, да. Здоровья тебе, счастья, чтобы ты росла на радость. Всем. И себе самое главное. Да? С днем рождения, Грюша, поднимай живчик. Бери живчик, да. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Папа, ты сок пьешь, да? Я сок пью, да. Я завязал, я на спорте. А мы не на спорте, давайте. Мы не на спорте. Выйдем за нашу красоту. Нашу Кирочку. Я на спорте. Ура. Кира, чтоб ты счастливая была. Ну, с одной рукой помогай чуть-чуть. О, как я себе лук подобрал. Сам такой оранжевый, у меня еще вот сок оранжевый. Ну что, мама Ира? Чем-то запить? Вином. Николь. Николь. Вкусно. Кирочка, с днем рождения! Ты наш лучик, солнышко. Ты самый-самый позитивный ребеночек в нашей семье. Как бы не было плохо, на тебя посмотришь и хочется жить. Улыбаешься. Оставайся такой же улыбчивой, с таким же добрым сердцем, с такой доброй душой. И пускай у тебя в жизни все сложится так, как именно хочешь ты. И чтобы исполнилось твое единственное желание, которое ты хочешь, чтобы исполнялись все твои мечты. Все желания, загадывай много. С днем рождения. С днем рождения, наша красота. Дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин. Ура! Николь кушает. Николь, ну покажи, что ты кушаешь. В одной руке колбаса, да? И в другой руке колбаса. Ну все правильно. Ем колбасу, закусываю колбасой. Дай бабушке колбаски. Дай мне есть. Марта, пусти руки. Кир, поздравляйте. С днем рождения. Тебе 9 лет, уже большая девочка. Желайте здоровья. Благополучия, успеха в учебе, чтобы ты была счастливой на радость родителям.
Ура! Ура! Кирилл, спасибо! Все предложили тоже. Да, Бузло! За нашу Венерочку, за наш светлячок! Ну. Наш светлячок! Песни сочиняют, маме стихи сочиняют. Да. Красота моя. Да. Кира стишок расскажет. А ну, Кира. Моя мама самая лучшая. У меня такая, как все. У моей мамы добрая душа и золотые руки. Ой, молодец, да. Стих про маму. А приятно? Конечно. Своими словами, да, Кира. От сердца. Да, от своей души. Чуть не надо было. Ира, поджигай. С днем рождения! Поздравляем! Кирюша! Кира, торт! Торт! Кирюш, ты желание уже загадал? Ну, ставь. Тогда торт. Торт делали мы с девочками. Машей, Дашей. Они украшали, написали тебе с днем рождения. Подожди, пока не задувай, папа сфотографирует еще. Я на стаканчик не могу торт поставить. Mm. Пока не задувай, папа сделает пару фотографий, а потом ты задуешь. Присядь, да. Ай, какая красота. Ну что? Загадывай желание. Давай, загадывай, да. Да, да. Все. Ну, задувай теперь. Ура! Ура! Приглашаю всех на торт. Приглашаю. Так, чай. Папа чай приготовил. Он там. Да забери Маша, сидела чай. Маша! Забирай этот аппарат. Так, сейчас чай делаем, и потом будет торт. Маша, да? Чай. Торт. Сердечко. Кира. Очередной мамин шедевр. Давай тарелку на торт. Именинницы. О! А ну, ух ты, да. Вот так красивее. Вот так. Снучка, давай, ты больше не хочешь. В общем, нарезайте. Нарезайте, туда на раздачу. Где Маша? Она не нужна на чай. Так, под сладкий стол. Вот такой вот. Тортик. Кира, как тортик мама испекла с помощью Маши и Даши, да, Ир? Ну, они украшали. Да. Вкусный. Ну что, с днем рождения, Кир. С твоим сладким днем рождения, 9-м. Да, ура. С чаем, соком, с тортом, то с чем. Кира, сделай. Маргарита, а что так рано колбасу убрали, да, Марк? Не показал еще ж Ирин этот. Битое стекло тоже. Десерт очень вкусный. В этот раз разноцветное. Добавили сюда корж, был лишний. И добавили сюда. И очень это. Вкусный. Творог сверху, вот это вот белое. Особенно. Это как творог, да, Ир, что там? Да, тут сметана, творог, И желатин с этими вот самыми красивыми, красными, там, зелеными, еще что-то. Разноцветный, в общем. Тут Николь подоспела, проснулась. Ну, и да, поела, поспала, покакала, опять поела, поспала. Поигралась, мультики посмотрела. Красота. Николь, смотри, тортик, да. Даша будет кормить тортиком. Ой... После сна тортик, это то, что надо. Ира предлагает тост. Давай. С тобой выпьем, за нас с тобой. Мы с тобой такие молодцы. Нас еще похвалит. Да, если не сами себя, да. Дай Бог нам здоровья, денежек. Спасибо, что мы есть друг у друга. Да. Силы теряют нас. Какой-то сок, наверное, сбродил, наверное, что-то сейчас алкогольный какой-то получился. Отдает? Отдает.